Новые изменения внесены в статью Налогового кодекса, касающуюся порядка исчисления налога, страховых взносов. Новая поправка позволит фискальному ведомству самостоятельно учесть все имеющиеся переплаты по лицевому счету гражданина. При этом у налогоплательщика сохраняется возможность подать заявление о возврате или зачете средств. Главное сделать это вовремя до наступления даты формирования уведомления по налоговой задолженности. Больше изменений по налогам для граждан ищите в разделе Новости.